Ребят, рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня поговорим о таком новом ICO проекте под названием CryptoCars. CryptoCars выступает у нас уникальным проектом виртуальной реальности, где, в принципе, каждый может получать реальный опыт гонщика. Ну, давайте поговорим о особенностях данного проекта. В принципе, каждый игрок с помощью проекта CryptoCars может с легкостью проверить собственные навыки в гоночных машинах, в гонках, как себя, как водителя, в принципе. В игре доступно множество функций, благодаря которым она не надоест даже спустя месяц, как это бывает сейчас со многими играми, которые поиграли там неделю-две, и в эту игру забросили на долгий ящик. Это особенно важно, ведь некоторые игры, несмотря на все свои достоинства, довольно быстро надоедают игрокам. Также хотел бы отметить команду данного проекта. Команда разработчиков состоит из настоящих профессионалов, каждый из которых занимается своим делом. Основная часть работы над проектом CryptoCars лежит на плечах дизайнеров и программистов, потому что это уже будет игра. Именно их уровень определяет то, насколько интересной будет игра. Судя по качеству проекта CryptoCars, ее разработчики это исключительно талантливые, а также опытные специалисты, которые имеют немалый опыт работы за своими плечами. Руководитель проекта у нас и штатные сотрудники команды сумели создать по-настоящему необычный проект, который основан у нас на блокчейн-платформе. CryptoCars сама по себе это первая игра в мире, которая работает благодаря технологии блокчейн. Обычно эта технология используется не для создания игр, однако создатели CryptoCars сумели интегрировать ее в гоночный симулятор. Это звучит как-то не особо реально, даже фантастически. Но с помощью CryptoCars каждый геймер может почувствовать себя настоящим гонщиком. Все дело в высоком уровне реализма игры. Игра использует все возможности виртуальной реальности, и именно поэтому играть в нее рекомендуется даже тем, кто в будущем хотел бы стать профессиональным гонщиком. И более того, время, проведенное в этой игре, поможет научиться управлять автомобилем в реальной жизни. Конечно, не особо приятно, потому что за компьютером брать автомобилем это одно дело, но в реальной жизни совсем другое. Также давайте еще поговорим о преимуществах данного проекта. Особое значение для каждой игры имеет разнообразие. Именно поэтому в CryptoCars достаточно много различных трасс, где проводятся гонки, и поэтому эта игра вряд ли кому-то надоест. К примеру, если игрок ездит по одной и той же трассе очень длительное время, то рано или поздно ему настанет очень скучно. И разработчики данной игры предусмотрели это заранее, поэтому в игре можно найти много трасс для гонок. Все трассы довольно-таки сильно отличаются друг от друга. Кроме этого, в игре можно будет производить тюнинг собственно автомобиля. Как мы видим, сейчас находимся в шоу-руме, и тут представлены нам некоторые машины, а также можно будет посмотреть их обзор. И можно сказать, что это одна из ключевых преимуществ проекта. Многие игроки хотят использовать свои творческие потенциалы, однако далеко не во всех играх это возможно. И поэтому проект CryptoCars это исключение из правил. Также можно говорить о смарт-контрактах. Пока нет точной информации о ценах на автомобили, за роль которых можно будет съесть с помощью проекта. Но контракты на приобретение автомобиля начинают от 0,5 эфириума, грубо говоря. И с каждой предпродажи цена на авто должна только расти. Каждый автомобиль будет у нас индивидуальным. Гаражом для авто будет кошелек эфириум. И стоимость автомобиля будет расти еще по той причине, что каждый автомобиль привязан к собственному смарт-контракту. Также количество машин жестко ограничено. В принципе, проект у нас это уникальная игра, где есть дух соперничества, азарт, также присутствует и отличная графика, и интересный игровой процесс. И, кстати, в игре можно будет проводить турниры. Совершенно очевидно, что проект, я думаю, ожидает большой успех, а нам остается лишь подождать, наблюдать за данным проектом и инвестировать в него. Всем спасибо за внимание.